Я считаю, что я более универсальный игрок, то есть могу сыграть как и на краю, так и в центре. Допустим, на турнире сейчас при Стоуном вообще сыграл один матч, то есть в обороне. Попробовали, без проблем отыграл. Ну, конечно же, более активный хоккей, то есть мне присущ быстрый. Вот. Ну, обладаю неплохой скоростью, могу где-то в силовую поиграть. Вот, конечно, хотелось бы добавить больше голов. Вот их очень не хватает. Буду, конечно, работать над этим. Я присоединился к команде дома, еще 2 дня поработали в Москве, потом мы отправились на выезд. В принципе, были ребята знакомые в команде. Но я не скажу, что адаптация была сложная. Я очень быстро влился за сутки, можно сказать. Коллектив классный, мне очень нравится здесь находиться. Сказал, объяснил, какой схемы придерживается команда, и мне довольно-таки понятно. Вот. Но требуется, конечно, где-то активно спереди и также страховать сзади. То есть не увлекаться сильно. Вот основные задачи. 3 очка просто так они с неба не падают. Я думаю, это огромная работа, и команда здорово играет. Хорошая схема игры. Вот. Очень нравится. Банк ВТБ первый в России создал международную финансовую группу, состоящую более чем из 30 компаний, работающих во всех сферах финансовой жизни. Внимательное и профессиональное отношение к каждому клиенту, грамотное и эффективное управление финансами являются залогом успеха работы группы ВТБ.